Как вы, товарищ капитан? Нормально я. Какие потери? Связь есть? Васютин погиб. Стрелок тоже. Пилот тяжело ранен. И нести нельзя, не выдержит. Да и рация накрылась. Унаки нас! Эксалют! Духи! Из долины подымаются! Так, отходим в старый кишлак. Там окопаемся и будем держать круговую, пока наши не подойдут. Всем привет. Я продолжаю проходить кампанию «Афган. Забытая война». Сейчас же нам придется в этой миссии обороняться от, опять же, бесчисленного количества повстанцев всяких там. Играем мы с Антоном Фроловым. Итак, план прост. Просто обороняться. Что ж, давайте. Комсомол! Давайте! Давайте! Иди домой по-хорошему! Иди, пока не убили кманы! Чё, куда идти? Мы в долине. Чё, куда идти? Ладно, вот сюда можно встать. Да. Боец, на позицию двигай. Блин, фиг поймешь, откуда они вообще прут. Куда он смотрит, а? Можно в укрытие встать. Вот они, падлы! Да где? Держать! Держать позицию! Боец! На позицию двигай! Позицию! Ничего мне не дали! Слава! Накрывают тебя! Накрывают! Ну что ты? Да. Свои ошибочки. Можно сюда спрятаться. Вот суки! Опа-на! Да ё-моё, блин, я не понимаю. Боец, на позицию двигай. Ай, блин, эти окна, блин. Как всегда, справа будет окно. Вот это нормальная позиция. Нет у нас позиции, нет. Ё-моё, господи. Меня постоянно в доме убивают. Комсомол! Давайте! Иди домой по-хорошему!
Это что такое? Буду сидеть здесь. Я хотя бы жил подольше. Бегут. Тут что-нибудь есть? Иди, пока не убили кманы. Да ё-моё, как... Вот суки! Кажись, где-то тут поблизости сидят. Что происходит? Боец, на позицию двигай. Ну все, мне конец. Витя, ох, обожаю же я такие миссии классные. Ладно. Придется просто... Укрыться. Кажись, где-то тут поблизости сидят. Просто буду сидеть здесь. Класс. Где, блин, спрятаться, чтоб меня не заметили, блин, сразу? Суки, кажись, где-то тут поблизости сидят. Место. Да. Проще было сдохнуть. Слава! Накрывают тебя! Накрывают! Ну что, брат? Сейчас залмы будем пить! Да. Сохранение.
Да, кажется, это место освещено явно. До сих пор не убили. За парней наших! Забивай ножом быстрее! Решил он тут. Ой, это, блин, гранатомет оказывается. Можно еще в джип залезть, но безопасность там сомнительная, конечно. Я свой. Можно сохраниться. Ну все. Я опять где-то один-единственный застрял. И сыт. Отходят! Отходят, духи! Все, кажись, отбились. В оба глаза всем! Не просто отходят! Мины! Всем вжаться в кладки! Бегом, а то накроет всех тут! Ну я, как всегда, сюда. Идут! Идут! Наши идут! Ну все, конец духам! Вовремя вы! Скорее, скорее разносите! Да, слава богу, я прям сам почувствовал уже облегчение. Ну, наконец-то. Миссия пройдена.